Смотри, сколько у меня много игрушек. Даже уже в ящик не помещается. Может, приберем ящик, да половину выкинем? Зачем выбрасывать, если им можно подарить вторую жизнь? В смысле вторую жизнь? Они что, живые? Пусть и не живые, зато много чего полезного и интересного из них можно сделать для дома. Сейчас расскажем, как. Обычную губку для посуды заворачиваем в ткань, проклеиваем в незаметных местах, чтобы материал прилегал плотно. Мягкую заготовку крепим к откидному верху игрушечного самосвала. В кабине машины приклеиваем магнитик. Теперь швейные принадлежности не потеряются, ведь у вас есть очень милая игольница-булавочница. Если вы любите массаж, следующий лайфхак специально для вас. На длинную линейку приклеиваем две одинаковые по размеру и форме игрушечные машинки. Теперь у вас есть удобный роликовый массажер для спины. Ой, как хорошо, приятно. Детская комната – место, где красочные акценты в дизайне точно не будут лишними. Поэтому серую скучную рамку для фото можно интересно оформить игрушками из шоколадных яиц. Это же сколько ты киндеров-то съел? Это только 27%. Но нам хватит и этого. Просто сажаем на секундный клей миниатюрных персонажей, заполняя весь периметр рамки. Теперь вынимаем пружинки из шариковых ручек, приклеиваем их на спинки животных из игрового набора. Сверху на пружинки крепим прищепки. Как думаешь, что это такое? Игрушки с прищепками? Нет, это держатели для фотографий, только их осталось немножко преобразить. Для этого пойдем на балкон и будем их красить. Давай. Окрашиваем заготовки в один тон с помощью аэрозольной краски в баллончике. Сейчас ты полюбишь его еще больше. А почему? Увидишь. Разбираем фигурку по частям. Верхнюю часть приклеиваем к верхней части блюдца, а ноги к нижней. Снова идем на балкон, чтобы придать композиции серебристый оттенок с помощью спрея. Изящная конфетница готова. Теперь ты понял, почему нолик стал еще любимее? Вот и мы с тобой молодцы, тоже много чего интересного сегодня придумали, правда? Да. Мой ящик наполовину пустой, может, сходим в магазин за новыми игрушками.